front. Бэм! Здорово, ребят, девчат. Незапланированный стримчик. Постараюсь сделать каждый день. Бог смотрит. Спасибо. И society. Все, все, что не делает Бог, все к лучшему. Вот что я хотел сказать. У нас появились комментаторы классные. Значит, один откомментировал без хамства. Это очень приятно. Боха, peace. Все ваши комментарии сегодняшние, ребята, я прочитаю все-таки, потому что мысль должна идти четко. Мы долго здесь не засиживаться не будем. Алим, здорово. Значит, один комментатор пришел, я сейчас зачитаю здесь, и мы поговорим на сегодняшнюю тему про докторов, ну и, разумеется, про всю эту ботву. Первый комментарий. Я по-украински или по-украински, я буду два раза говорить, мне этот язык, я не знаю. Здоровенькие булы были два комика там в какие-то совковые времена. Вот что я знаю там. Разуметь или что-то в этом духе. Короче говоря, по-моему, человечек этот в Штатах сам по себе. Так вот, что он пишет. Ну, то есть, наш тонкий юмор, ну, не доходит. Наши Стебаловы и прочее. Ребят, ну чуть-чуть расслабьтесь, это же все, это шоу, это for fun называется, да? Короче, чувак пишет на украинском или украинском, как правильно, как вам лучше, чтобы на слух, я вам слух буду, так сказать, медом вашим, у кого вазелинчику еще можно, если жопа горит. Пишет, постараюсь прочитать с акцентом, сидеть в США... Я читаю этот комментарий, я поставил, вы сами можете прочитать, он прямо вот здесь вот в бегущих комментариях. Сидеть в США с мелкими, не мелкими, not capitalize, с мелким шрифтом, в кипцы СССР. То есть вот у человека сразу заклинило на эту кипцу. Вообще, это не кипца, а бейсболка, окей? И если ты, ну, я так понимаю, мы не на «вы», мы уже знакомы, я понимаю, с этим, как там сказать, человеком, или как вы правильно говорите, ребят, да? Тебя колбаснуло от СССР? Ну, ребят, это Стебалово. По-московски говорит, с московским акцентом, окей? Не нравится тебе СССР? Смотри сюда тогда. Такие здрасти. Окей? Ну все. Это мы проехали. У меня очечки защитные, чтобы с таким покрытием, да, ну... зеркальным, чтобы всякая гадость... я не дочитал, пардон. Диагноз зрозумели. Ну, если ты, чувак, стебаешься, ну, поставь какую-то улыбочку или какую-то эмоджи, чтобы мы вместе посмеялись, окей? Ну, так как... так как эмоджи никакой нет, я расцениваю это, ты воспринял серьезно, окей? Шутка. Невероятно. Следующий комментарий, да. Я стырил это у Сани из Флориды. Саня из Флориды. Читать комментарий. Может, он у кого-то тоже стырил, но, в общем... Это мне понравилось. Дальше комментарий. То есть, видео, этот стрим пошел с большими сбросами, так? Потому что я не знаю почему, а YouTube до сих пор колбасит.
Теперь из-за этого я поставил перекат, вернее, его обрубил нормально, хорошо, это самое, компрессию сделал и поставил на неудачник USA. И вот оттуда другой комментарий от неудачника USA. Каким-то образом в YouTube это видео попало. А как хорошо, без хамства, вот это, что мне больше всего нравится. Как хорошо, хотя нет проблем. Как хорошо, ну, то есть у нас самые комментарии... Как хорошо, у вас так мало подписчиков. Ну да, действительно, на неудачнике USA только 180... Было 190, 2 отписалось или YouTube отписал за последнее видео. Ну, бай-бай. А лучше... Так, мало подписчиков. А лучше откройте и почитайте. Разговор идет про вот этот HR-6666. Execute Order 60. Так, сейчас. Очень четко написано. Что там написано? Что полиция придет к тебе домой? Там не об этом написано. Что тебя будут насильно что-то делать с этими тестами? Нет. Там такого не написано. Там интерпретация, если тоже с английским, не очень, не гугу вот этому человечку. Там интерпретировать можно все, что угодно. Во-первых, это лежит еще на столе. Даже этот разговор нет. Уже кипиш нам начался, я даже об этом не хочу говорить. Я интерпретирую, если я заболел, я не пойду ни в какую больничку, приедут сюда домой, и мне сделают карантин дома. Дома. Не в больничке сраной какой-то. Здесь госпиталя, я и ребят... Не дай бог, как говорится. Нигде не дай бог. Вот интерпретация какая. Потом мобильные какие-то юниты. Там разговор идет. Там конкретизации-то нет никакой. И все это на добровольной основе. Вы же дома же лечитесь, да? Возьмете там, пойдете там, ну, по-вашему, микстурке какой-нибудь такой, водочки столичной или что вы там пьете. Лекарства наберете. Приходите домой и начинаете лечиться дома. Окей? Все, проехали. Сука, хорошо. Так, ну что? Нет, конечно, ну нам, ребят, нужна пища для Стебалова, понимаешь? То есть пусть приходит, это будет неинтересно. Так. Да, что путинская вата, что украинская вата, что американская вата, английская, любая вата везде есть. Это ЭЦ на самом деле. И ее до хрена. Вот. Так. Вот. Юрий, здорово. Очередная штука, от которой меня колбаснуло. Да, я достаточно эмоциональный человек. От которой меня колбаснуло, и я просто так сидеть не могу. Значит, вот этот вот Рашид Бутар. Рашид Бутар. На английском я написал, да, Рашид Бутар. Может быть, к вам это не дошло, ребятки. Я говорю про большую страну, про бывшие совковые это самое, республики и прочее, кто смотрит на русском языке, разумеется. Но у нас самые лучшие подписчики на этом канале и на том канале. Самые кремни, ребята. Респектос, блядь. От души. Спасибо, что вы есть. Так вот. Этот, вообще он написан доктор. Но я понимаю, что есть такая ниша для, короче, он chiropractic, помогите мне, который вас скручивает в бараний рог, потом он вас раскручивает, и если вы не до конца раскрутилось вас еще закручивает, и потом теоретически вы становитесь на правильный путь. Вот, ну, chiropractic, который костоломы, или как они там назывались раньше. Так вот, американская, это тоже очень темно, ребят, это очень все, я говорю, просто вершки, так сказать, вершины айсберга. То есть этот чувак якобы, его зачисляют уже в конспирологи. И сейчас я вам расскажу. Привет, Наполеон. Не политика. Сейчас пока не политика. Не политика. Но для этих
вот этих chiropractic, да, ребят, ну, он теоретически он doctor of medicine, MD, но я его личных сертификатов его пока не видел. То есть он должен быть, получить образование, потом ординатуру и прочие-прочие все медицинские штучки. Когда особенно люди, дилетанты, говорят, я не хочу выглядеть совсем идиотом, я подберу информацию, ребят, сообщу вам четко. Сейчас почитаю все. Короче, чувак, конспиролог, ну, его так не то что обвиняют, ну, к нему уже печать приклеили. Я так послушал его, потому что когда... Вот смотрите, сейчас пример приведу. Пример из физики, да? Вот кто... Это не из-за того, чтобы просто вас замутить... Сейчас я вот замучу мозги. Вот вы пишете пальцем на экране, да? Какой физический... На экране вашего телефона, там, компьютера, тачпад какой-то... Какой процесс физический позволяет вам это делать? Физика, да? Ну, я знаю. Кто занимается электроникой, тоже знает. Но в основном это не так много людей. В основном всем по барабану. Главное, чтобы писалось, окей? И не замерз экран. Вам что, нужен результат, да? Похеру, как это работает. Но это то же самое. Если я сейчас начну объяснять человеку, которому не кто физикой азы не знает, это будет просто сразу поверх головы. Вот так же чувак этот делает про свои конспирологические, ну, а конспирологические какие вещи, да? Билл Гейтс, 5G, да? И они всегда не говорят, они теперь уже не говорят 5G. 5G, сука, я говорю 5G. Это технологии, это везде. Короче, сейчас я открою одну страничку и прочитаю ваши комментарии, и мы лавочку закроем. Да, чувак, значит, чувак из... он из Пакистана, родители, которые... Нет, он родился в Англии в 66-м году. 66, задумайтесь над этой цифрой. Сука, блядь, мне нравится. Ух, хорошо. Других там данных особенно нет, ничего там, ну, может быть, январь 20-е, какие-то цифры там, да, сходятся. Я вот во все не очень, ну, я уважаю это все дело. Так, osteopathic physician, то есть у них своя какая-то нишка есть, то есть государство, наверное, посмотрело все эти организации, да, и их каким-то их пристроило, ну, потому что они их доят, конечно, на бабки, понимаешь. Вот, они не просто их сказали, нет, ну, там сидят какие-то колдуны, там те шаманы, про шаман мы поговорим тоже, не сегодня. То есть вот этим всем ребятам дали возможность что-то вот кого-то там, кости эти, значит, и мышцы... messing around. Вот. Но теперь родители из Англии, то есть из Пакистана, но они были в Англии и переехали, такое впечатление, что в Лондоне родился, да? В 9 лет, вот уже пошла несостыковка, в 9 лет я тоже не вывожу никакую, не вывожу на чистую воду, мне херу на это дело. Но вот несостыковка. 9 лет, и его перевезли родители в штат. Окей? Кто родители, не очень. Вот у всех ребят, кто оттуда из региона, у них интересное такое произношение. Мне очень нравится. У меня все кореша, индусы, пакистанцы. С ними просто меня греет. Но они вот так вот, язык у них завернут под небо, и они говорят так... I came to this country with $100 in my pocket. Вот, ну это классный акцент, как московский акцент, как кому-то, вот. Короче, у него этот акцент остался, у него должен был британский, лондонский акцент какой-то быть, в каком районе, в хорошем или не в хорошем они жили, но там есть и в районах акценты. У него лондонского акцента, по-моему, ноль, кто спец в акцентах, но у него пробивает вот это, то есть в семье говорили на... как-то это все осталось. Вот почему в 9 лет,
Обычно, если до 12 лет человек приехал, у него выключаются все старые акценты. Вот мои дети говорят, ну, они, по идее, должны иметь какой-то акцент, хотя они здесь родились, но все равно вот это уже что-то мне не нравится. Короче, чувак, теперь главное, проштрафился. Читаю. Он занимается вот этой, всеми этими вещами, плюс еще он занимается аутизмом и других я не очень понимаю, проблемами с раком. Это тоже у меня такой вопрос сразу. То есть человек, chiropractic, да, вылечивает cancer и вылечивает аутизм. Ну, работает с пациентами с аутизмом. Посмотрел я, говорит, да, и рассказывает про все вот эти вещи, что его канал, у него мощный профессиональный канал сделанный, там работают дизайнеры, там работают маркетологи, там не он один, это просто нереально. Даже один человек в одиночку такое не сделает, супер там, то есть ты должен работать, ты должен пройти обучение вот на всех этих там дизайнер, видеографер и прочее, все поставлено профессионально. Так вот, с его канала начали удалять его видео, вот где он раскрывает эту всю конспирологию. Еще про ЦРУ наезд сделал такой. Но теперь я сразу думаю, блин, братан, что-то опять не то. Короче, я возвращаюсь на Википедию, все здесь написано, это не секрет. North Carolina Board of Medicine, то есть это официальная институшн, да, официальная организация, сделала ему не как-то типа предупреждение за его неправильное unauthentical лечение. Опять же, деталей я не знаю, но это мне уже достаточно, уже у меня восклицательный знак один. Второй восклицательный знак US Food and Drug Administration. То есть, ребят, FDA. FDA это все здесь, да? Все эти ГМО и прочее, всю херню. FDA это контора государственная. Сделала ему, ну, тоже сайтит его. Ну, то есть, типа, эй, делаешь не то. За нелегальный маркетинг of inappropriate and... тоже какие-то слова. Короче, какие-то его эти самые. У него какие-то есть какие-то медицинские препараты, короче. То есть чуваку прищемили хвост, резюме. И мы почитаем сейчас вопросики, чего там и не вопросики пишите. Чуваку прищемили хвост конкретно с этим делом. То есть он занимается и раком, и этим. Может, еще какой-то с физкультурой оздоровительной, какой-то херней, понимаешь? И аутизмом. То есть у него все построено. И, по-моему, он наехал на... Да, он точно наезжал на производство препаратов здесь. Официальная вещь. Это что-то не то. Вот кто такой чувак этот? Так, читаем. И лавочку закрываем, ребят. Так. Да, про 5G, это самую технологию, типа, да, тот, точно. Да, who is Mr. Bashid? Rashid, или как там, Rashid. Короче, когда у вас, это тоже самая такая же фигня, когда вот, кто ВКонтакте сделал, мне быстро, ребятки, сообщите, ВКонтакте. Вот этот чувачок сделал еще Telegram. Ну, не, да. То же самое. Как нажимают, как бачко вставляют, сразу говно начинается выливаться. Та же самая, блядь, история. Так. Так. Ну что, так. Угу. Да. Мирового за... Да. Но это не точно.
Да, и ваш интернет нахер нам не нужен. Это точно. Это железно, братан. Вот. Так, ну все, со всеми все поздоровались. Ну, такая тема, ребят, да. В следующий раз я хочу говорить про шамана немножко, свое мнение скажу. И, ну, в общем, этот чувак, его стали, опять, вот хайпу, блядь, ну, нету. И людишки не докажешь ничего, бесполезно. То есть его приглашают на всякие шоу теперь. И хайпуют эти шоу на все YouTube-каналы. Конечно, смотрите, YouTube обвалил все вот эти детские каналы, да, бабки остались живьем, то есть им нужно раскручивать, они видят, что не пойдет на детской всякой хуйне. Они сразу бросили вещи на другие, сразу образовали, ну, это другие каналы были уже давно, но они подцепили вот эту всю ботву, понимаешь, это же, блин, невероятно. Я неделю специально, не то, что не специально, у меня работы были, я вам говорил, по 12 часов. Я просто уже никакой, вечером хряп, немножко с паровозиками здесь позанимаюсь. И все. Неделю я не слушал никакого говна. И как будто ничего не произошло. Невероятно. Так. Наполеон, спасибо за... да, вот у нас самые, говорю, ребят, самые подписчики веселые. Неважно, откуда, из какой вы страны, вы принимаете все мои стебалово душевно. Это очень приятно. Вот. Все, очечки оставляю. Мне они нравятся, потому что они отражают, опять-таки, все говно, которое из интернета на вас идет. Рекомендую очечки всегда. Перчатки это маски и перчатки. Я с масками и перчатками я согласен. То есть у него какой-то здравый смысл есть. Но как только... про технологию высокочастотную, как только про Билла Гейтса и прочее, прочее, прочее. Кто-то смотрел фильм, да, я вам сказал, посмотрите еще разок, фильм «Патриот» со Стивеном Сигалом, 1998, обоссытесь, потому что фильм 98 года, там головы у них взрываются от этих чипов. Все, давай. Хорошо, ребят, посидели. Оттяг по полной программе. Все, давай, прорвемся, как всегда. Главное, не очкуй. Русич, не очкуй. Давай.